Огонь охватил помещение двухэтажного офисного здания по улице Кызылармейская. Инцидент произошел в одном из магазинов в офисном здании уже вечером, когда большинство сотрудников ушли домой. Прибывших на место огнеборцев встретил охранник. Спасатели оперативно ликвидировали открытый огонь и проветрили помещение. В результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям.